Кандайте две пещеры, ребята. Это пещера уже... Рукодельные пещеры. Вот. Первая, там сзади меня вторая. А в принципе, что тут был? Тут был такой же источник, как мы сегодня видели. Мы сегодня видели несколько источников. Тут был такой же источник. Древние решили раскопать. Что это? Что это? Пиявка. Нет, это какой-то глист. Короче, еще лучше. Лучше не пить. Лучше пиявку скажи. Это. Ну, пьют водичку. А в принципе, это пещера, которую раскопали. Пытались дойти до того, чтобы было очень много воды, ну то есть до подземного озера, и оттуда начать выкачивать. В итоге подземное озеро так и нашли. Одна пещера 54 метра, это та, и одна 74, это. А, тут еще одна есть пещера? Это древняя, все. 74 в глубину? Да. Но здесь есть фигурка или нет? По пояс. Осторожно сверху. Осторожно голову здесь. Да, аккуратно голова. А внизу ступеньки. Здесь ступеньки, осторожно. Тут ступеньки. Да. Здесь вот я стою. А вот теперь ты стой. Я стою. Буду. Все, могу дать руку. Тут глубоко, чтобы все знали. Вау, тут ножку. Осторожно. Сейчас, подожди тогда. Очень глубоко, да? Ну, нет. Не по пояс. Я бы сказал, почему мне, но не скажу. Нет, серьезно? Просто нормально. Телефон. Телефон? Вот. Я. Нормально, классно. Ой, осторожно, давай руку давай. Руку. Я еще так не ходила никогда. Да уж прямо. Нет, я не ходила. Вперед, нормально. Я ничего не вижу, к сожалению. Вот. Здесь ступенька. Руку. А где ступенька? Вот здесь, внизу ступенька. Вот, еще глубже. Нет. Что нет? Телефон. Так да? Так нет или да? Женя, не уходи. Да нет. Ой, я не могу идти найти. Где тут ступеньки? Да, где ступенька, руку. Да я прям так. Лучше включить телефон. Ух ты, класс. Лучше включить телефон кому-нибудь. Надо телефон, если кто взял, я... Ой, класс! Вот здесь ступенька, осторожно. Ну, я посмотрел, вижу, что идет до конца, но... Ничего не вижу! Освещаю. Кто с той стороны подсвечивает? Я освещаю. Кто? Я. Я освещаю. Я поэтому затормозил, что телефон напугал. Думаю, вот мне только телефон не хватает окунуть. Ему там по шее уже. Классно, давайте сфоткаем, а? Я же хочу, чтобы кто-то... Женя, ты можешь телефон сфоткать? Или нет? Можно рукой помахать лучше? Можно помахать? Я могу, если остановиться. Давай. Как бы на ходу не могу. Давай, попробуй. Если я остановлюсь, то сфоткаю. Давай, все, я тоже стою. Иди, так мне тебя не видать. А, ой, я тебя вижу. Все. Попробуем. Сейчас, секунду. Есть? Кого фоткать? Меня где тут? Где Ира? Ну мы далеко, правда, да? Хорошо, как ты увидишь. А ну еще, давай. Лиз, а мы идем туда, в какую сторону? Да, в ту! Женька туда ушел, значит, нет, да. Нет, Женька назад возвращается. В смысле? Осторожно, здесь камни. Здесь камни аккуратненько. Не, вон еще туда есть. Там есть продолжение. Там тупик. Там узко уже. Можем и там не спадать.
Ну, кто идет? Я. И я. Ой. Вот фоткайте нас. Да фоткаем. Еще что-нибудь видеть? А что смотреть? Так. Бабулька нужно идти, бабулька. Пофоткал? А можно вот так осветить, что здесь? Можно. По кругу. Да. Вот по кругу здесь такая вот пещерка. Здесь вот туда тоже пытались долбить, но не продолбили. Здесь вот стояло, здесь стоял у них фонарик, этот самый свечка. Вот здесь свечка стояла вон. Да мы стоим и ждем. Здесь... Да нет, вот они в какую-то еще пещеру пошли. Нет, мы не пошли, мы стоим. Так, а вот это поворот. А, и можно дальше топать. Там вот есть поворот. Там низко. Ну, здесь вот такие вот стены. Знаешь, как крокодил. Вот. Ну, вы идете уже там? Я иду, но как бы не очень быстро. Можно сказать, совсем медленно. А кто еще там будет идти? Больше, по-моему, никого. А все остальные назад пошли? Они назад пошли. И пошли, вернулись. А они Женю увидели, они испугались. А я настырная. Я про это знаю всю жизнь. Так, и что тут? Мне тоже расскажи. Сейчас, поворот. Здесь вот. Что вот? Показывай еще раз. Давай. Еще раз по кругу. Здесь вот такая вот зал так. Маленький, выдолбленный. Ага. Вот. Видно, пытались долбить вот туда. Прямо, но решили туда не долбить и решили повернуть. А вот здесь у них стояла свечка. Здесь освещение. Вот здесь даже остался воск. Ага. Он мягенький, но это старый мозг. И вот и они стали долбить туда. Но там дальше, в принципе, можно пройти, но там мелко, там узко там очень. Там на руках надо ходить. На самом деле, нет, здесь нету, здесь это все. А, конец? Да, это конец фильма. Всем спасибо. А ощущение, что там есть поворот. Не, все, здесь нету больше. Есть кто-то? Я здесь. Нет, вот тут только сзади меня, тут что-то плюхается. А это на пиявке, наверное. Ой! Все, ладно. Да. Пиявки и водки? Волки. А, волки, да, водка. Нет, пиявка и водка. Посвети в проход, можешь? Можно, все, вперед. Давай, сходи, вот, что-то плюхнулось. А, здесь жучки какие-то плавают. Нет, это же мы в воду загнали. Я подумала, они какие-то черви, они как-то попадают. Я предлагаю идти немножко побыстрее, пока батарейка не кончилась. Да, побыстрее, у меня телефон, я бы, скорее всего, здесь поплыла. Я бы сейчас тоже поплыла бы чуть подальше. Да. А так как телефон, я взяла сколько? Чего? Да я хотела опуститься, что-то холодно. А здесь по стенам течет вода. Я себя фотографировал. Вон тени можно поснимать. Да, вот тени. Это интересно, знаешь. Вау! Ой, что? Ой, как хорошо! Ой, как хорошо! Я хотел сказать, нет никого. Ой, как хорошо! Ой, как хорошо! О, вот здесь можно и так. Там кто-то нам сигналит. Мы поняли. Кто-то сигналит нам там сверху. А здесь большая пещера. Вон. Ребята, я вижу, прикольная пещера. Ой, как хорошо. Главное, что мы такой не можем. Так, где мы? Пришли. Что? Налево. Почему тут? Там выход. А, хорошо. Туда дальше? Ку-ку! Пошли наверх, пожалуйста, туда. Туда пойдем? Нет, просто интересно. Там. Тихо, мы тут до конца дошли, там прикольно. А, нет, тупик. А там еще? Нет, тупик. Тупик? Да, похоже, что тупик. Ой. Ага, там тупик. Так, пойдем. Обещанная ступенка. А? Они пошли во вторую пещеру? Да. Вторая пещера. И все объяснят. Так, давай. Идем во вторую пещеру. Да, свет. А даю, там есть кто-нибудь? Даю свет. Ник. Да, конечно. Там все вас ждут. Все нас ждут уже? Ничего они там делают без... Нет, на сторону здесь камни.
Так ногами щупайте дно. Как всегда по речке ходим. Вот. Зато здесь вон даже маска. На всякий случай. Вот маска. Ой, а тут глубже становится. Ну вот. А Ник сказал по колено. Так это ему по колено. А нам по шейку. Эй, Ник. Давай плыви. Нормально, я вообще-то с телефоном плыви. Ну передай телефон. Куда я его должна передать? Фотографируйте, пока мы уже... Ой, я уже все, я уже по грудь стою. Я его положил, телефон на плечо, но плыть я с ним не могу. Иди впереди, потому что иду, я... Иду. С фонариком, я не могу так без фонарика. Я не поняла, ты видео делаешь? Да. Да, да. Красота. Нормально? Чего не попадет? О, жучки плавают какие-то. Какие-то. А, ну да, ты фонариком. О, ой, хорошо. Ты прямо глубоко. Ну, не знаю, может, там плыть надо? Да нет, за мной. Надо подныривать. Кул! Здрасте. Ты увидишь. Ай, хорошо, да как. Ой, там свет. И хорошо. А поверни вот сейчас на нас. Мы подпрыгиваем. Какие мы красивые здесь. Молодец. Все. Мне уже по горлышко, кстати. До коленки. Все, 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 уже дальше, дальше выходим потихонечку. Здесь подъем, аккуратненько. Подъем. Как это не будет, когда я по шейку уже, а? Хотел бы обойти. Ты что, дальше? А вы нас туда. Прямо. О, там, наверное, еще одна. А теперь... Тишина закончилась, мы пришли. Сколько вас тут? Что там, плыть опять? Да. Нет, серьезно. Ну, немножко опускается. А здесь? Там же есть тишина. Это что, ты нам расскажешь, да? Нет. Это просто свечи. Все, отсюда вымывает источник вот оттуда. Через стенку отсюда. А ну как? А ну пос... А, вот. Такое же, как там было. А, там уже конец. Слушай, у меня пар изо рта идет. Да, вот смотри, сейчас такое увидел. Холодно тут, ребята. Холодно? Я даже не холодно. Чувствую. Классно. Класс. А там так красиво было. Женя, мы тоже пришли. Ну да, перепрыгивайте через стенку, перепрыгивайте через стенку. Если перевесить через стенку, да, там последний, там сам источник бьет. Ну там нет, как это можно перепрыгнуть? Нет, это вот, вот его видимо. Последний. Видим, вот это его конец там. Вот это вот конец. Там просто через перепрыгну, там слева и справа. Сейчас посмотрим. Вот, вот его как светит. А ну посвети хорошо. Свечу, свечу. Да. А почему мы его не видели, когда шли сюда? Кого? Пар? Пар, да. Да это мы тут согрели. Где источник? От нас пар пролежут. Ну, в принципе, здесь они в каждом... А свечки? А Женя, ты не взял свечки? Нет. Все, разворачивайся, чтобы мы шли куда-то. А я тоже хочу досмотреть. А ну не можешь посмотреть. Вообще. Посмотрите. Там можно перевесить через... Там и... Ага, и туда. А там конец тоже, да? Там конец, там где-то источник бьет, но его не видно. Вы смотрите наш канал? Вам нравятся наши фильмы? Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Пишите, что улучшить в наших фильмах. Как сделать наш канал более интересным. И подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет!